Итак, друзья, всем привет! Кто меня не знает, меня зовут Ермилов Александр. Сегодня мы поговорим на такую наболевшую тему, как же приглашать в Infinity Matrix. Многие не знают, как приглашать, что сказать, у меня не получается. Ребята, все у вас не получается от того, что вы не даете ценность данной компании. Сегодня я покажу вам пример, как я провожу личные встречи на Земле. Либо в Скайпе, либо в Зуме, разницы не имеет. Просто человеку нужно показать деньги. А как это сделать, сейчас я вам покажу. Все мы знаем, ребята, что у нас в компании Infinity Matrix три матрицы. Все они по 4 стола, и они 7-местные. Зайдя в матрицу Амбер, первый стол, он стоит всего 400 рублей. Зайдя во вторую матрицу, в первый стол, он стоит 4000 рублей. И все мы знаем то, что Руби, первый стол, стоит 40 тысяч рублей. Теперь вопрос, как показать человеку деньги? Все просто, смотрите, ребята. Я человек сразу показываю. Пройдя 4 стола матрица Амбер, ты получаешь на выходе 5900 рублей. Пройдя в Эмиральде 4 стола, ты получаешь 59 тысяч рублей. И пройдя в Руби 4 стола, мы на выходе получаем 590 тысяч рублей. Но мы получаем их не в конце, а проходя именно данные матрицы. Вы можете просто просидеть, прождать в первом столе, ждать клонов, пока не посыпется. Вы можете закрывать их день, эти матрицы. Можете два, можете неделю, можете месяц, можете полгода сидеть. Все зависит от каждого человека, как он настроен. И человека сразу спрашиваю, тебе, я так понимаю, что такие деньги 100% не интересны. 5900. Он говорит, да. Я говорю, а вот такие? Такие уже можно рассмотреть. Но я ему сразу говорю, эти деньги тоже хороши. Но он говорит, на данный момент у меня нет столько, чтобы войти. К примеру, сетевики. Их много сетевиков, которые сейчас сидят и ждут вашего предложения, так как они прошли скам и не знают, что делать. Они разочаровались, у них депрессия, они обычно месяц, два, три сидят в депрессии, потом начинают выходить из своего состояния и искать что-то новое. Вы как раз ему можете показать именно деньги. Все мы знаем, то, что матрицы – это именно активный вид заработка. Тут пассив не приветствуется, так как на пассиве здесь очень долго зарабатывать. Вы через месяц, через полтора вернете свое, и потихоньку начнете зарабатывать. Но это все вы понимаете, то, что мы с вами приходим зарабатывать, не сидеть, не ждать. У всех свои амбиции, у всех свои цели. Чтобы реализовать свою цель, нам нужно двигаться. Я человеку говорю, смотри, если ты будешь сидеть, ты получишь на выходе, к примеру, с первого стола вот столько. Но опять же, я говорю рамки. Ты можешь сделать за неделю, можешь сделать за день, можешь сделать за месяц. Но, если ты будешь активный человек, смотри, какие твои выгоды. К примеру, у тебя пришел человек на 400 рублей. Пройдя 4 стола в Амбер, он заработает 5900 рублей. Но ты как его куратор, то, что ты сделал действие, позвал человека, пока он будет проходить все 4 стола, ты заработаешь 3100 рублей. Человек такой, ага, интересно. Начинается огонек в глазах. Я говорю, подожди, стой. Это только с первой матрицы ты получаешь столько денег от прохождения 4 столов. Теперь смотри, если твой человек зайдет в Эмираль, купит хотя бы одно место, он получает на выходе 4 столов, пройдя 4 стола, поэтапно соберет 59 тысяч. Но ты, как его куратор, получаешь 31 тысячу рублей. Человек начинает включать момент скруза. Он начинает, а если я здесь приглашу двоих людей, а если троих, уже 100 тысяч. Человек начинает уже думать, у него начинает включаться мышление богатого человека. Но, я ему говорю, смотри, такой вариант. Если, например, твой человек возьмет Руби и пройдет все 4 стола, он получит 600 тысяч, человек довольный,
так как он пришел сюда на 40 тысяч, пройдя 4 стола, он заработал 600 тысяч. Но ты, как его куратор, получаешь 310 тысяч. У человека обычно бывает шок. Даже у сетевиков. Все от того, что они не видели таких жирных маркетингов. То, что такие щедрые были партнеры, такая щедрая была партнерская программа, они такого не видели. Все от того, что многие компании создаются именно для того, чтобы самим заработать. Ну а тут именно все мы знаем, то, что админ сам сетевик, он из сетевика перерос именно в админа. И он сделал все возможное, чтобы все зарабатывали. Как и сетевик хорошо зарабатывал, так и простой человек, который пришел попробовать. Для всех хорошие деньги. Таким образом, смотрите, вы пригласили человека, заработали здесь, вы купили, докупились в Руби. Теперь у вас есть 4400 и 40 тысяч. Три места. Покупай места единоразово. Но тут есть система кулонов. Когда вы закрываете Руби, вы, от вас летят кулоны. Клоны летят вам же в Руби, клоны летят к вам в Эмеральд, и клоны летят вам в Амбер, в первую матрицу. Таким образом, каждый клон проходит именно как основной аккаунт. Также проходят все столы, также зарабатывает деньги. И вы, как куратор ваших людей, со всех ихних клонов, от ваших приглашенных, получаете деньги. Также и ваш куратор, который вас пригласил, получает ваши кураторские деньги. Все, ребята. 5-10 минут встреча. И человек ваш. Потому что вы показали ему деньги. Не нужно рассказывать какие-то сказки там заоблачные. Приди за 1,4 рублей и так далее. Человек, если он бизнес-ориентированный, он скажет, да, подожди-ка, почему я буду заходить на 400? Я же могу зайти тремя местами и купить вот так, на 1200. И заработать не 5900, а заработать, грубо говоря, там 17 тысяч с лишним. То же самое думаю здесь, а почему я буду одним аккаунтом? Возьму так же и зайду на 12 тысяч. Потому что человек бизнес-ориентированный. Он понимает, что такое деньги. И команда будет его заходить также тремя местами. И он будет зарабатывать, команда будет зарабатывать. И все будут довольны. Все. У вас бизнес-встреча состоялась. Человек подключен. Вы ему показали, где деньги. А когда человек видит деньги, он определенно скажет вам да. Все того, что он понимает. Он здесь может заработать. У него уже наперед стоят цели. А достижение своих целей он видит здесь. И вы с ним сконнектились. Вы два человека, которые видите и движетесь теперь в одном направлении. Ну все, ребята. Думаю, был сегодня вам полезен. Кому что непонятно, пишите в комментариях. Все мои данные и контакты будут под данным видео. Не забываем ставить лайк. Подписываться на канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А с вами, как всегда, был на связи Ермилов Александр. Хороших встреч и большой вам дружной команды. Не забываем, потому что что? Все верно. Сетевой бизнес, люди идут на людей. Пока, до новых встреч.